Белгородский вокзал, 5 утра. На перроне развивается флаг Черноморского флота. Просто кто-то ждет из армии жениха. Сделал предложение в 2020 году еще. И мы планировали свадьбу, но отложилось до этого года. Готовились, не спали до ночи. Готовились. Не знаю, что сказать, правда, я волнуюсь. Переживает и Галина. Сына она не видела год. Могла бы увидеть на день раньше, если бы домой он ехал на автобусе. Но семья единогласно проголосовала за то, чтобы Максим добирался с комфортом. Как только мы узнали, что есть прямой поезд, он тут же согласовал все со своим командованием. Ему выдали билет. Это такой подарок. Такой подарок, что на прямом поезде ребенок приехал, там сел, да, и здесь. Мы его встретили. Поезд Симферополь-Белгород в дороге 42 часа. Немало, но время пролетает незаметно, говорят пассажиры. Отличный поезд, все очень чисто, ребята-проводники красавчики, все, сервис лучший вообще. 42 часа в пути, не устали? Нет, легко быстро, очень вообще. Быстро прошли. Быстро и легко вообще, кондиционер, все классно. Как там море? Супер. Отлично, уже купались, уже загорели. Первый прямой поезд, соединивший Белгород и Крым, начал курсировать 27 мая. Уже на тот момент билеты, к примеру, на июнь были практически полностью раскуплены. В связи с этим Минтранс добавил еще 14 рейсов туда-обратно до конца сезона. Подробнее ознакомиться с расписанием можно на сайте РЖД. Глеб Дудкин, Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогорья.